Всем здорово, ребят. Ну что, добрался до компа и решил вам записать видосик. Подписчик скинул акции. Я только заехал, забежал. В попыхах снимаем во Windows. В общем, на немке есть две акции. Нестандартных акций, скажем так. Не знаю, или они будут на других серверах. Посмотрим. Давайте забежим в акции. Первое это... Проводы лета, я не знаю, уже вроде осень, а у них все лето. Сейчас мы ее найдем. А вот она с 1 по 14 число. Возможно, будет и на русском сервере. Посмотрим, надеюсь на это. А, это летний календарь. Сейчас посмотрим, какие плюхи здесь есть, если оно покажет, конечно, нам. Это оно... Что-то оно выкидывает нас обратно. Так, ладно, давайте так. А, вот. А, в общем, 14 дней. Нажимаем на первое, сейчас посмотрим. А, 5-го левела. Две коробки, судя по всему. Так. 5-го левела коробки, либо... Ну, коробки только, может быть, не знаю. А, талант. Валентинаш, не знаю, кто играет на немецком, напишите в комментах, что это такое. Но, в общем, петэссенции понял. Сумки Огника. Кармастейн, не знаю. 1.0. Какие-то эссенции. Эмульсии, короче, 10-го левела. Талант. 1, level 10 talent, наверное, руна, скорее всего, 10-го, одна штучка, какие-то смены, карты подземок, 300 чего-то, не знаю чего, и в конце еще какая-то хрень, в общем, все равно, какая разница, плюхи халявные, значит, халявные, вот, смотрите, опа, а места-то нету, две коробочки. Ну, в общем, круть-круть. Я надеюсь, это будет на всех серваках. Не только на этом. Так, сейчас я почищу. Это не все, ребят. Самое основное это впереди. А, такс. Забрали две коробки халявных. Почему бы и нет. Такс, окей. Смотрим дальше. Дальше есть еще одна. Ой, правда, хотел сказать, мега эпическая акция. Так оно и есть. Пишите, будь здоров. В общем, следующая акция у нас... Так, это с 10 по 14. Сейчас отсюда зайдем. На код. Насколько я понял, есть выбор. То есть на выбор код можно выбрать. То есть два кода есть. Я сейчас один из них заберу. Почему, я расскажу. Давай, заходи уже. Как долго. Надеюсь, это будет и на всех серверах. Но пока только на немке как-то странно. Очень странно. Да, блин, чё ж ты. Чё-то немка сегодня очень медленная. Так, есть. Так. Вот эта акция. Два кода с 1 по 8. Один код, код 1. 39. Не могу понять. Ну, скорее всего, что один код на аккаунт. 1.10. Или первый действует 30.09. Непонятно, а второй код 1.10. В общем, посмотрим. Смотрим приблизительно, что есть. Сейчас попробую через переводчик найти. Так, первый у нас код. Эссенции, да, пэт эссенции новые, 50 штук, синие, ну там где типа вместо питомцев тоже
50 штук, подземки по 5, наверное, 2, 2 набора 5 левела, 2 бокса 5 левела, рун, скорее всего. Так, 100 книг вторых, это, наверное, фиолетовые. А дальше у нас, так, это у нас, по-моему, эмблема, ой, эмблема, говорю, смена чарки, не чарки, а талантов, фу ты, блин, смена созвездий. Последнее то, что у нас добавили, седьмое, восьмое и на питомца, насколько я понял, одно усиление, то есть получить мутанта. А вот второй намного круче, там есть карта третьего левела, пакет, скорее всего, ЗПшек, XP-шки, да, 200 коробочек с книжками. Ой, а дальше вообще тема, посмотрите, шестые руны 40, седьмые 30, восьмые 20, девятые 10, это на халяву. Так, это фиг его знает, что такое аэрокристалл, это, скорее всего, наверное, мешки кристаллов. Ну, сейчас, в общем, посмотрим. Давайте возьмем второй. Я себе выберу сейчас второй. Так, сейчас я где-то запишу. Сейчас я себе запишу код. И попробуем забрать, посмотреть. Надеемся, что он будет на всех серверах, потому что если только на немке, это реально печаль. Так, что там у нас? BP6F. Девять. RH7. Я попробую его скопировать сейчас. Так, а ну-ка, ой, вышел случайно. Сейчас попробуем зайти, посмотрим. Ну, явно второй надо забирать, если вы играете. Я не знаю, или доступны оба будут, посмотрим. Вот так вот оно выглядит, то есть подарки. Ну, я думаю, вы помните, вводите сюда IGG, ваш... А сюда код, айдишку IGG. Вы можете, ну, посмотреть, как обычно здесь. 5, 1, 5, 8, 3, 7, 5, 1, 3. 515, 837, 513. Поехали. Сейчас попробуем словить и посмотрим, что там за топ-халява. Так. Попробуем копирнуть. Ой, отлично, можно копировать. А, наверное, надо все-таки будет с большой написать все. Б6. Ай, 6, 9, ай, блин, это просто пипец. 9, RH7. Странно, что-то не хочет. Ну-ка еще раз гляну. Или он доступен будет завтра. Хотя вроде все нормально. Может, я ID-шку неправильно скопировал. 515, 837, 513. Вроде все правильно.
Надо изучать немецкий. Халява-то реально топовая. Пять, один, пять, восемь, три, семь, пять, один, три. Б, шесть, Ф, девять, Р, Аш, семь. Вроде получить должны. Посмотрим. Может, награда не сразу приходит. Попробуем выйти. Но, как видите, выбора нету. Ну, мы получим эти плюхи или нет? Не знаю, короче, ребят. Самое главное, что я вам показал. А получим БП 6F 9RH7. Ну, вроде все правильно ввел. Код 2 действует до 1.10. Ну, я не знаю, или он действует еще или нет. Надеюсь. Еще разок введу на всякий случай. Не знаю, что он означает. Но плюх так и нету. А ну давайте попробуем еще второй код ввести. Попробуем, может, по второму можно получить. Может быть такое, что попозже придет. С первого по второе написано. А это не эта акция. Это вообще с первого по восьмое. Может быть, надо будет просто зайти в браузере отдельно. Код. SkyUnion.net. Может, это адрес, где надо вводить, хотя, в принципе, там всегда вводится. Но попробуем первый еще. 2P. STFM BK 515 837 513 2P. Может, надо просто на том сайте, я не знаю, потом попробую еще. F M B K. Но здесь получили, не знаю, что второй не смогли получить. Странно. Ну вот эссенции мы сразу получили, а почему-то тут я не смог. Может, попозже. Как-то странно. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с какой-то регистрацией. Посмотрим. Ну, как видите, плюшки дали. То есть, плюшки довольно-таки неплохие.
А, две коробочки, вот, две коробочки чар. Передача и доспех. В общем, вот так вот. Пишите комменты, кто получил по второму коду, не знаю, что-то по второму не заходит. Ставьте лайки и надеемся на эти акции на русском сервере. Всем удачи, всем пока.